Сколько лимончиков успевает. Смотрите, как их много. Эти тоже зреют. Ну все, готовимся к отъезду. Завтра едем в Серакоприолу. Вот этот образ подарю церкви. Questo quadro l'ho fatto io e voglio donare alla chiesa di Серакоприола. Цветы полила, вещи приготовила, и мы готовы к отъезду. Сначала пойдем позавтракаем в кафешке около дома. Путь. Сегодня 13 октября 2023 года. Красота. Мы едем на юг. На еврейском балконе. Сегодня посмотрим, что у меня там на юге в моем доме. Цветочки остались без присмотра, никто их не поливает. Посмотрим, что высохло, что не высохло. Oggi è il 13 ottobre 2023, stiamo partendo, stiamo andando in un viaggio per 3 giorni. Stiamo andando, dove stiamo andando? Andando a Серакоприола. Пришел Уго нас проводить. Уго, мы уезжаем на 3 дня. Веди себя прилично. Andiamo a sera. No, Васька ночи. Домой тут ночи. Чичо тоже нас провожает. Уго, мы скоро вернемся. Кафешки около дома. Все пронто под квартиры. Только что с постели встали. Быстренько собрались. Ну, собираться особо много не надо. Мы на 3 дня только едем на выходные. И прибежали сюда, в кафешку около дома. На параллельной улице. Вот такая кафешка у нас. Уютненькая. La nostra colazione. Io aspetto il cappuccino, la mia treccia, miele e noci. Вот что я люблю. Косичка с медом и с орехами. Ecco, prima di partire. Перед поездкой. Завтра сначала. И потом путь в дорожку. Несмотря на то, что сегодня... А? Несмотря на то, что сегодня 5.13. Датья. И свет даже нам включили. Уютно, тепло. День солнечный. Мы сначала поедем в город Усерния, в регион Молиза, потому что там находится большая фабрика машин DM. Это новая итальянская марка. Дирезио эти машины делают. Очень красиво. Дирезио и Усерния. Веро. Полосина Финита. Лора. А я Гордина. Прощается со своим домом в Риме и едем в Серакоприолу. До свидания, наш римский дом. Челанепия. Погода вот такая, серая, туманная. Мы едем сейчас в Исернию. Исерния — это город, который находится в регионе Молизы. Там находится огромная фабрика машин итальянской марки DR. DR – это инициалы Дирезио. Come si chiama Дирезио? Massimo Дирезио. Buon viaggio a noi. Ананни Фьючи. Это дорога, по которой мы ездили в больницу к моей свекрови. Она находилась в последние годы жизни в одной частной клинике. Siamo arrivati a San Vittore, a Caserta, будки к выходу с автострады. Сейчас будем платить. Местность называется Сан Витторе, куда мы сейчас выезжаем. И дальше поедем уже по обычной дороге. И на этой автостраде намного-намного мы экономим. Потому что по обычной автостраде, по которой мы ехали, Roma L'Aquila, sì, o Roma Napoli? Roma Napoli. Roma Napoli, la prima Roma L'Aquila, sì. La Roma L'Aquila era quella che facciamo le altre volte? Sì, le altre volte dico. Questa è la Roma Napoli. Предыдущая автострада, по которой мы обычно ездили, называется Roma L'Aquila. И там мы платили 28 евро 40 центов. А здесь посмотрим сейчас, сколько мы заплатим.
Introdurre il denaro o la testa? 9 евро 10 центов. Посмотрите, какая разница. По этой автостраде Рома-Наполи мы проехали меньше отрезок автострады, поэтому платим намного меньше. 9 евро 10 центов. А по автостраде, по которой мы обычно ездили, Рома-Лаквила, там мы платили 28 евро 40 центов. Вот большая разница. Arrivederci. Едем дальше. Rinnovamento quanto prima. Non lo so, da 3 anni non aumenta. Направление Isernia. Это город в регионе Молизе, там где находится автомобильная фабрика Dirizio, Massimo Dirizio, DR инициалы. Мы уже имеем машину этой марки, купили год назад. Через год купим еще одну машину этой же марки. Поэтому мы едем туда, на фабрику, чтобы посмотреть, что они предлагают. Скрипто страда статале, километр 6. Quindi al 35esimo infatti una pizza di funghi porcini costa 10 euro perché proprio perché il fungo porcino costa è molto più costoso dei funghi normali perché ne sai sta cosa? No. Ammazza! Ecco, abbiamo sorpassato 4 camion, oggi è pieno. Un bombo, bombo, e chiaro nel tunnel. Dice il tunnel. La canzone sì. Mi ricordo un po' quando si arriva a Cervara. Eh sì, come Cervara questo? Sì, infatti, sì. Assomiglia. Isernia. Questa è già Isernia? Ma io non lo so. Questa è un'altra dell'altra volta, vedi? No. O un'altra? Un'altra. Dell'altra volta? A Venafro centro abitato. Io sono vero Renato. Beh, l'altra volta eravamo passati dentro Venafro. Ricordi che avevamo visto il bar, eccetera. Sì, siamo stati al bar pure là. No, l'ultima volta. Sì. Eravamo stati a un bar. Perché abbiamo sbagliato la strada perché volevamo vedere quello il lago, la diga e non abbiamo visto la diga. Però a Venafro abbiamo fatto la colazione, la pausa abbiamo fatto. Vogliamo fare una pausa perché vado al bagno. Sì, sì, certo. Però non dentro al centro perché lì poi a Isernia, sì. Tipo fuori come l'altra volta, insomma, che ti puoi fermare bene. Vediamo Isernia, una fabbrica automobili TR. Маршрут, во-первых, потому что мы едем сначала в Изернию, в регионе Молизе, и оттуда уже поедем в Пулью, Серра Каприола. Guardate che montagne, bellissime. Остановимся на кофе здесь. Где Ла. Продукты типичные. Чао, ребятцы. Un po' di caffè prendiamo. Che città è? Venafro. Ah, Venafro. Questo è Venafro. Venafro. Mi sa che era questo il bar. Dovrebbe essere proprio questo qua, guarda. Sì. Questo qua. Che dove andavi con mamma? Sì.
quando si fermavamo con zio Antonio, mamma, zio Michele. Poi te da roghi Renato ездил в детстве с мамой, когда они ездили на каникулы в Пулью. Fino a molti anni fa facevamo они sempre. Они поэты именно да роги ездили. Sempre sta strada qua, capito? Sì. Non facevamo mai a Roma l'Aquila. Facevamo sempre questa qui. La Bifernina, sì? Sì, sì. Questa дорога называется Bifernina. Мы редко по ней ездим, мы обычно по другой автостраде ездим. Quel punto intente. Ragazze, come si viaggia? Bene. Bene. Мальчики говорят, что удобно путешествуют. Io. Ecco, questa già è la strada statale 85. Ma qui se questo è il chilometro 21, vedi? No, al chilometro 37 sempre dritti qua. C'è sta la roga 85. Quindi praticamente fra 16 km. Isernia, sì? Через 16 км уже мы приедем в Isernia. Очень интересно мне посмотреть на эту фабрику машин марки DR. Стоим в провинции Isernia, а мы смотрите, какая Isernia. Очаровательная циркушка. Километр 22, видите, а 37 мы приехали. Triverno. Piccoli sobborghi. Come a Priverno, dove abita Vincenzo Gravanti. Когда мы выехали из Рима, было пасмурно, а сейчас выглянуло солнышко, ура! C'è il sole, il sole. Cioè, devo girare a sinistra qua, no? No, no, diventa. Qua, eh? Vai dritto, come dritto? Dritto, sì. Dritto? L'altra volta siamo andati di là. Perché io mi ricordo che avevamo visto Isernia a Campobasso e io avevo detto ma noi dovevamo andare di là. Ecco Isernia dritto. E sapete che c'è un'altra pote passaggio. Ma andiamo in Isernia. Там видим какой-то городок. Ну, здесь все, студенты. Сколько зелени. Все зеленое еще. Сегодня 13 октября. 13 октября 2023 года. 13 октября 2023. И tutto verde ancora. Это все фабрики Массимо Ди Ризио. Это бывший автомобильный пилот и также итальянский предприниматель. Основатель вот этой фабрики автомобильной DR машин. Все марки DR. Это новая марка. Очень популярная марка. Вот Evo. Это тоже производит Ди Ризио. Evo. Sport Equip DR. Прекрасный автомобиль, очень современный. Мы уже в этом убедились, потому что год назад мы купили одну машину марки DR. Трехцветная. Чао. Интересная. Чао, Митя. Чао. Она не боится. Вот Ренат ей дает сухой кошачий корм, который мы возим всегда в машине. Для всех встречных котиков. Вот она какая хорошенькая. Вот она какая хорошая киска. Кисечка, кисенька, кисенька, кисенька. Ластовая киска. Угу. И andiamo. Eccolo. E quanto sei sacchietta te? Andiamo a vedere un po' qua la sportella. Niente. Che c'è? La tosse? Вот все эти машины марки DR. Sport Equip тоже очень красивая машина. Siamo nella fabbrica della DR.
смотрите, DR. Самые лучшие итальянские автомобили. Очень популярные на итальянском рынке. Buongiorno. Вот выбираем себе новую машину. Но купим не сейчас, а через год. Эту машину мы хотим купить. Эву. Семиместная машина. Только не этого цвета. Per un anno. Sì, pure per me questa è perfetta. Это DR6. Тоже нам нравится. Это DR F35. Ecco, vedi la e due gradazioni del blu metallizzato. Sì, sì. Questa è quella più bella, diciamo. Quella laggiù invece è quella violetta, sì. Che fa schifo il violetto. Sì. No? Questa invece è quella più. Questa marca DR sta novizia очень очень популярна в Италии. И у нас тоже есть одна машина такой марки. И мы очень довольны. Очень хорошая, удобная машина. Missione compiuta. Abbiamo visto le macchine, abbiamo scelto la macchina. Вот, мы посмотрели машину, уже выбрали себе. Мы уже знаем, что мы купим через год. Quella dovrebbe essere proprio grazie. Serna. Quella sarà proprio Serna. Это из Сернии, город Сернии в регионе Молизе. Stiamo uscendo da Isernia, direzione Puglia adesso. Viaggiamo из города Сернии, из региона Молизе, едем в Пулью. Direzione Vasto Termoli, Serra Capriola. Едем уже в наш дом. Выезжаем из региона Молизе. Здесь тоже такие красивые горы. Ma vedremo quella diga? No, se questa è la strada dell'altra volta. Ah. No, в этот раз опять мы не увидим. Quella facciamo ritorno. Vi надо говорить на обратном пути, поедем по дороге, где видно будет красивое озеро водохранилище. Посмотрите, какая красота. Allarga a Roma? Che cosa? Calcio scommesse? Si scoprono altre cose? Ma mo si allarga, non ti preoccupare. Scandale il futbol. Queste cose partono sempre con 1-2, poi dopo si allarga. Недавно сказали, что футболист Заньоло был замешан в скандальных действиях. Просто ужасно. Футболисты, которые зарабатывают огромные деньги, огромные суммы, еще участвуют в каких-то денежных махинациях. Какой позор. Надо же, куда приводит людей алчность. Вот
bello qua, oh. Bellissimo, è bella sta... per il panorama. Еще лето. 13 октября 2023 в Италии ancora estate. Tutto verde. Per Campomarino, вот уже перекресток, направо в сторону Серра Каприоле, налево на наш пляж. Пока едем направо, завтра поедем на море, на пляж, поздороваться с Адриатикой. Крайние поля Апулии. И когда идем купить олио? Domani. А завтра поедем также за оливковым маслом. Нардино нам уже приготовил, мы ему позвонили, сообщили, что приедем. Quanto prendiamo? 40 литров, 35 per noi e 5 40 литров возьмем. 40 литров нам хватит до лета. Еути. Эккола каса ди нонна. Вот это деревня. Вот это дом желтый. Моей свекрови, где она проводила каникулы. Но сейчас он уже принадлежит Стефане, кузине Ренато. Двоюродной сестре. Мы ей этот дом отдали. Деревенскую, где этим летом отпевали дядю, который умер этим летом. Какие воспоминания связаны с этим, с этой деревней тоже. Моя свекровь, бабушка моих детей, здесь проводила каникулы. Все лето она здесь жила. Хотя она родилась в Серра Каприоле, в городке, где находится наш дом. Это, ragazzi, il cuore di Ghetti. Раньше тоже был дом для каникул в городке Серра Каприола. Потом она его продала и купила здесь, чтобы быть рядом. Siamo entrando a Serra Capriola. Questa è la casa di Chiara. Eccola. Casa di Chiara, la casa principale. Perché la seconda casa di Chiara sta al centro del paese, al centro storico. Vediamo Serra Capriola, проехали дом моей подруги Chiara из Milano. Ее первый дом. Два дома здесь, в этом городке. Второй находится в историческом центре. Корсо Гарибальди. Бульвар Гарибальди пустой. Ну да, вон в это время всегда пустое время, обеденное. Все сидят дома за столом. Мы сейчас тоже быстренько домой готовить обед. Мне надо поменять постель.
сели, включить стиралку. Вечером в ресторан, вот Десиро. Нет, уже проехали мы в ресторан Десиро. Куда пойдем вечером на ужин. Поворачиваем на нашу улицу. Это дом соседей. Вот наша улица. Бенвенути а серра. Приехали. Выгружаем вещи. Хорошо, что вещей мало. Толье ля фельпа ди папа прендер квадро. Вот моя картина. А, ma quadro ce l'invia, no, portiamolo su. Sì, portiamolo su. Dammi il quadro. Приехала картина в Серра Каприола. Вот он наш дом. Стоит. Добро пожаловать домой. Наш летний дом. Отведем на ручи. Включаем электричество. Где мои тапочки? Вот мои тапочки. Тут тапочка. Привезла цветок из Рима. Сейчас поставлю его на террасу. Ecco il nostro terrazzo. Dove mettiamo questo fiore? Oh, questo è caduto. Opal. Vetra stula. Ma так все в порядке. Цветочки мои растут. Цветочки не погибли, не засохли. Хорошо растут. Кстати, вот эти вот суккуленты я посадила этим летом. Прижились. Алоэ прекрасно растет. Кактусы тоже. Ирисы немножко сухие. Вот эти цветочки такие реденькие стали. Летом так густо росли. Это новичок, я его с Лима привезла. Поднести надо террасу. Мусор накопилось. Базилик тоже растет. Кактус увеличился в размерах. На моя картина приехала сюда, в Серра Каприола. Или сегодня, или завтра мы ее подарим церкви. Слышите, Андрей играет? Какой он пунктуальный. Приехали на выходные отдохнуть, но он в 16:30 с точностью до минуты спускается вниз и занимается на пианино.